вместе, спортсмены! С победой! Спасибо большое. Чувствуешь эмоции? Да, конечно, приятно. Побеждать всегда приятно, тем более дома, при своих болельщиках. И Спартак опять крупным, поэтому, конечно, приятное ощущение. Слушай, ну Суперкубок – это не чемпионат России. Эмоции поменьше, наверное, или как? Или все равно титул есть титул? Ну, наверное, да. То есть совокупность чемпионата – это, наверное, как-то более грандиозно, потому что это больше отрезок, и как-то это ощущается. Наверное, может быть, чуть приятно. А Суперкубок – это непосредственно один матч, но тоже приятный трофей. Трофей большого ранга, поэтому тоже приятно. Сейчас обсуждают момент с Зиньковским, вроде как пенальти был. Как твое видение, что там было? Слушай, я не знаю, ВАР же был, вроде как посмотрели, не было. Сказали, что не было. Я, то есть, бежал, сзади меня был Зиньковский, Адой кричал, я просто сопровождал мяч. Он там сыграл, по-моему, а там уже я уже не видел эпизод. А что ты не вынес? Казалось, что ты там первей на мяче и вообще надо выносить. Потому что он кричал я, он закричал я, и я как бы оставил, я послушал его. То есть мог, конечно, да, вынести, но я послушал. Он как бы он был лицом, а я спиной, поэтому ему было виднее. Это правило какое-то? Что вратарь кричит, надо слушать вратаря? Ну, конечно, если он кричит, значит он уверен, и поэтому я оставил. Слушай, ну Спартак вообще собирался бойкотировать игру, как считаешь, может мог не проезжать? Мог не проиграть в «Спартак»? Не, может, мог не проезжать вообще. А, это их проблема, я не знаю, бойкотировать, не бойкотировать их проблема. Приехали, молодцы, сыграли матч, сделали шоу для наших болельщиков. Поэтому, если бы не приехали, это были бы их проблемы. Ну, слушай, говорили, что мог в Сочи приехать, если бы «Спартак» отказался. И в Сочи бы поинтереснее матч получился. Ну, слушай, не знаю, посмотрели бы, сыграли, нам без разницы, с кем играть. То есть, если было бы Сочи, сыграли бы в Сочи. Это не наша проблема. Ну, «Зенит» однозначно лучшая команда России. Хотелось бы так думать, чемпионат покажет новый, но не мне судить, болельщикам вам судить. Если вы так говорите, то, наверное, так есть. Все, спасибо.